Kā būs tavs tipiņš pēc spēles pret Liepāju? So coach first of all, your comment about this match. Thank you very much. First of all, congratulations to my team for this good game and this win. And yes, now we feel satisfied and happy. Yes, that's all. Jā, apsveicu savu komandu ar uzvaru un labu spēli. Tagad esam apmierināti un laimīgi, un principā tas arī viss. So we can say it was kind of perfect match when everything was nice, good, without any concerns. Yes, it was very good match from my team and they was focused for 90 minutes. We had maybe 3-4 some small like weak moments in the game when one time Mankenda dribble in the beginning of the game. Also it was nice to see this wild situation about penalty and then we score a third goal, you know. It was not like this break don't took from us our tonus, our focus, and we come all the time good back, and it was good game from my team, really second time. Congrats guys. You decided to play with the three at the back. How and when? You can explain. I try to explain to my players most important are principle and rules on the field and not formation on the field. And it's today was let's try, because we played in Paphos against one test game against Paphos. We played in this formation and also I just let it by natural like this. How difficult was to analyze today's opponent, Liepāja, who changed a lot of players during winter break and changed formations also? No, it was not difficult, because they have very good coach and their coach have very good plan all the games, and also he's able to change during the games many different systems, and he put also his emotions inside like fuel, and it was not so easy to analyze, but we prepared for three different systems, and Liepāja is a good and strong opponent, and today was game like this. We score at the beginning of game goal and then second one, and then it was difficult for them to repeat, because it's not so easy. Kā mums patīk pēc spēles pret Riga FC? Viņai vēl spēlēt arī, kas ir šo maču? Здравствуйте. Ну, все компоненты, которые существуют в футболе, вообще скорость, выносливость, сила, реализованные моменты, то Рига была сегодня сильнее. Надо признаться, надо быть объективным, надо быть честным. Очень хороший футбол показал команда, все очень быстро, все организовано. Не успевали. Не успевали мы за ними, хотя заранее мы все знали, мы все подготовились, всех футболистов разложили по полочке, но, как говорится, класс есть класс. Очень хороший тайм повели Рига первый тайм, быстрый гол. Сразу второй гол забили, уже, в принципе, понятное дело, что наши молодые футболисты уже и опустились чуть-чуть психологически. Ну, потом задача была во втором тайме. Они уже, в принципе, игру сделали первый тайм, Рига 3-0. Задача была во втором тайме, чтобы выдержать вот это вот давление, которое на табло, и выйти и сыграть второй тайм лучше, чем первый. В принципе, так и получилось. Закончился 0-0 второй тайм, но в любом случае Рига имела колоссальное преимущество. То есть, если вы мне задавали неделю-две недели назад вопрос, что кто станет чемпионом, то я 100% сегодня уверен, что Рига один из кандидатов стать чемпионом, потому что очень хорошая комплектация. Но давно не видел в Латвии, честно говоря, вот такой балансированный центральных полузащитников. Давно не видел таких быстрых крайних футболистов. Давно не видел. Наверное, с тех времен, когда вот так синхронно оба работали, давно не видел. Поэтому это мой огромный комплимент, что на сегодняшний день, сегодня Рига показала по всем параметрам чемпионскую игру. Но идем дальше. У нас задача
изначально было и до сих пор остается, чтобы вот эти всех молодых футболистов запустить в конвейер, чтобы мы ни в коем случае не гонялись за что-то, то, что мы не можем. Мы, еще раз говорю, что мы приземленные люди, и мы понимаем сегодня, какой у нас состав, и что мы можем делать, и какой мы можем показать футбол. Поэтому мы идем шаг за шагом к этому, и к этому чуть-чуть время надо, мы все это понимаем, игроки понимают, я понимаю, поэтому не опережаем, не бежим вперед поезда, не бежим, но, конечно, такими командами тоже надо играть, такими командами тоже надо очки набирать, так что как-то так. Ja trenerim prasītu, kas kļūs par čempionu, tad Līga, protams, ir pēc cīņu skatījumu ir viena no kandidātiem, kas to varētu izdarīt. Ļoti labu spēli parādīja uz laukumu. Un, nu, jā, galvas komanda nenokar, zina savu mērķi, uz ko iet. Skaidrs, ka nevajag iet priekšā pa priekšu vilcienam, un jaunie spēlētāji ir vēl jāiespēlē, un ejam soli pa solim uz priekšu. После 0-2 в начале матча были мысли опять поменять, там, не знаю, двоих-троих? Нет, зачем? Мы просто так меняем игроков. Я понял, что там ни один, ни два не были виноваты, скажем так. Так полностью они переиграли нас. Желание было страшное у нас. Я не видел ни одного футболиста сегодня, который не хотел или который не делал то, что мы говорили, или не было желания. Нет, ни в коем случае. Поэтому не было мысли поменять одного, второго, третьего. Ни в коем случае, конечно. Потом уже во втором тайме мы дали почувствовать всех тех игроков, которыми делали замены. И неплохо вышли, кстати, и Брагим, и те замены, и Краутманис, то неплохо вышли в игре. Были хорошие эпизоды там, где можно было выжить гол. Да? Но еще раз говорю, что у Риги было преимущество. И я уже, в принципе, понимал после первого тайма, что команда очень опасная, да, по всем параметрам. Закроешь бровку, они в центре хорошие. Закроешь центр, они по бровкам хорошие. То есть очень балансированная, хорошая, подготовленная комплектация, хорошая команда. Второй и третий гол довольно похожие. Два удара подряд нападающий делает. Почти никто не мешает. Да, Лазарю бедный с линии отбивает эти мячи, а его сверху бах и добавляют. Да. Опять же, видите, не будет все время, что вот эти центральные наши защитники играли так стабильно каждую игру. Это без вариантов. Там парни там по 20, по 22. Да, то есть и Ноа, и Станич, и Мате 99-го года рождения тоже. То есть, чтобы они полностью провели весь чемпионат стабильно, это без вариантов. Тогда опытные футболисты не могут провести полностью. Но, конечно, мы будем стремиться лучше, для того, чтобы не было эти ошибки, потому что реально обстреливали Лазарева, он тащил все, а помогали, не помогали. То же самое первый гол, которые, в принципе, такие ошибки нельзя делать. Но еще раз повторяю, что признаемся, что Рига сегодня был сильнее. На голову сильнее они были сегодня. Про выборы крайних защитников. Да, Тиндерберг травмирован, но в этом матче был Мате и Манкенда. Может, какая идея была в этом? Ну, идея была то, что очень сильные крайние атакующие футболисты у Риги. Быстрые. Юрковский быстрый, парень 70-й номер очень быстрый. И даже Манкенда очень быстрый футболист. И Мате очень быстрый футболист. Но они скоростью не справлялись. Я считаю, что вот эти парни, один из быстрых футболистов сегодня, ну, там есть Эмерсон еще в РФШ, которые очень быстрые. Поэтому мы выбрали такую расстановку, плюс еще Титтенберг. Конечно, Титтенберг не хватало сегодня в любом случае, но выбрали быстрых футболистов, чтобы у нас не было вот это вот, скажем так, сквозняк там. Но, видите, все равно не успевали. Настолько быстрые были футболисты у Риги крайне, что все равно где-то не успевали, где-то успевали, где-то не успевали. Поэтому это счет закономерно, и на сегодняшний день они на голову выше, чем мы.
матчу второго круга между Лепой и Ригой. Как вы думаете, насколько эта разница может уменьшиться? Да, я думаю, что, конечно, будет уменьшаться. Конечно, будет по-другому все. Это понятно. И так и должно быть, что мы делаем выводы, мы сыграли между собой, мы будем дальше наблюдать, как в динамике будет команда у них расти и у нас расти. Поэтому, конечно, мы разобрались чуть-чуть в первом тайме. Мы поняли, что как надо делать, что надо делать. Только начали. Перестроились, закрыли фланги. В принципе, сыграли второй тайм 0-0. Но преимущество все равно было. Все равно было у Риги в центре. И мастеровитые. И все равно, несмотря что, да, мы сыграли как будто лучше, чем первый тайм. Но все равно мы чувствуем, что они лучше. А поэтому, как это уменьшится второй, третий, четвертый круг, ну, мы будем смотреть, конечно, конечно, уменьшится. И на большом поле по-другому будет. И очень быстро все сегодня происходило. И мы быстро начали прессинговать сразу. Имели первый, второй момент, мы имели, да, насколько я помню, там Макенда и Нино. Вот. Ну, к сожалению, мы эти голы не забили, эти моменты. И они сразу на 9-й минуте бах. И для молодых ребят, конечно, это чуть-чуть шок. Потом сразу через минуту второй. И ты уже понимаешь, что вытащить такие игры очень тяжело.